В алматинских школах будут использовать искусственный интеллект, чтобы развивать читательскую грамотность и культуру учащихся. Об этом стало известно сегодня во время практикум-семинара среди педагогов, который организовали в рамках городского проекта. По словам участников встречи, главная цель не только сделать чтение более доступным и увлекательным, но и создать условия для развития аналитических и критических навыков у школьников. С помощью нейросети специалисты намерены привить способность к пониманию учебных текстов с умением извлекать оттуда полезную информацию. Опытом зарубежных школ является использование искусственного интеллекта. Многие дети сейчас используют гаджеты, в основном мало читают, но это сказывается на их обучении. Наши учителя покажут методы работы, приемы работы, как можно на уроках истории, химии, математики использовать текст. Как работать с учебником? Работа по формированию читательской грамотности в нашей школе проводится по 5 направлениям. Самое, наверное, важное направление, которое должно проводиться в каждой школе, это чтение через все предметы. Мы недавно совсем в этом проекте, но тем не менее дети с удовольствием пишут отзывы о прочитанных книгах, оставляют их на нашей доске.